А в садах Бахчисарайского района полным ходом идет сбор ранней черешни. Следующий сюжет подготовил Николай Гурин. 2 года здесь в хозяйстве Коминтерн не было такого урожая. Уже сегодня в садах собрано 15 тонн ранней черешни, и это лишь малая часть. Аграрии рассчитывают получить 3 раза больше. Хорошие перспективы в этом году на урожай абрикосов и персиков. Возрождаются традиции табаководства. Мы решили просто несколько интенсифицировать производство табака, тем самым снизить себестоимость и хоть каким-то образом сделать рентабельным. Более того, по всей вероятности, часть табака соориентируем на производство сырья для фармакологической промышленности. Сегодня в хозяйстве не только убирают фрукты, полным ходом идет заготовка сена. На хранение заложено 150 тонн люцерны. Николай Гурин, Владимир Баженов, 12 минут новостей из Бахчисарайского района. Сегодня в Доме культуры профсоюза в Симферополе открылась выставка под названием «Стоматология, лекарства, медицина, оптика». На ее открытии побывала наша съемочная группа.